Привет, друзья! В этом коротком ролике хочу вам показать, каким образом можно отключить сигнализацию, а в данном случае Tomahawk 9010, при отсутствии пульта. Если у вас вдруг сломался пульт или села батарейка, или еще какие-нибудь там потеряли вы пульт, ну мало ли какие ситуации бывают, сигнализацию можно отключить и без пульта, чтобы вам уехать. Для этого нужно знать, где у вас находится в автомобиле кнопка Override, которая служит для программирования сигнализации и для ее отключения. У меня она находится вот здесь под панелью. Выглядит вот так вот. Небольшая такая маленькая кнопочка красненькая. Теперь покажу, каким образом можно отключить сигнализацию. Закрываем дверь. И сейчас ее откроем. Открываем. Сигнализация сработала. Включаем ключ зажигания. Нажимаем кнопку Override 4 раза и выключаем зажигание. Все, сигнализация у нас отключилась. Пульт, конечно, орет. Вот таким образом можно быстренько выключить сигнализацию, если у вас сломался пульт дистанционного управления. Всем пока. До новых встреч.